Привет, друзья! Сегодня в нашем видео уроке мы поговорим о таком достаточно зрелищном и, пожалуй, наверное, самом сложном силовом статическом элементе в воркауте, как горизонтальный вис, передний горизонтальный вис. Перед тем, как перейти к изучению данного элемента, я бы посоветовал вам сначала заняться своей ОФП, общей физической подготовкой, очень хорошо ее развить. Ведь без этого просто приступать к изучению горизонтального виса просто бессмысленно. Для данного элемента вам понадобится очень хорошо развитые мышцы спины, а именно широчайшие мышцы спины, так называемые крылья. Для этого я порекомендую вам подтягиваться широким хватом, подтягиваться очень хорошо, не менее 20-25 раз. Использовать в подтягивании широким хватом дополнительное отягощение, ведь работа с дополнительным весом делает мышцы значительно сильнее. Также вам нужно уделить должное внимание мышцам кора, то есть мышцам пресса, так как мышцы пресса очень играют важную роль в исполнении горизонтального виса спереди. Что можно сказать по упражнениям для пресса? Их существует очень много вариаций, вы можете выбирать для себя какие вам угодно, но что касается горизонтального виса, то я бы вам, наверное, порекомендовал выполнять подъемы ног, ровных ног, вися на перекладине, к самой перекладине. Итак, после того, как вы хорошо развили свое ОФП, я порекомендую вам переходить к подводящим упражнениям. Вот. Я вам покажу самых эффективных три. Первым подводящим упражнением к горизонтальному вису является поднятие горизонтально своего тела, поднятие и опускание. Выглядит следующим образом. Вторым подводящим упражнением к горизонтальному вису является вис в так называемом закрытом горизонте. Выглядит следующим образом. После чего нужно будет вам выпрямлять по одной ноге сначала. Сначала одну, затем другую. Выглядит вот так. Данное упражнение выполняется на максимум. Чем больше времени вы провисите в закрытом горизонте, чем больше вы попыток сделаете раскрыться, то есть раскрываться по одной ноге, тем лучше. Следующее упражнение, которое подготовит вас к выполнению переднего горизонтального виса, выглядит следующим образом. То есть вам нужно будет залезть на перекладину, кому как удобно. Можете выйти на одну руку, на две, можете выйти с подъема переворота. Вот. И опускаться сверху вниз. Но при этом опускании рекомендую как можно чаще задерживаться в верхней точке, в средней точке, в нижней точке. Старайтесь максимально задерживаться. То есть вот раз. И опускаемся. Итак, друзья, после того, как вы освоите все подводящие упражнения к переднему горизонтальному вису, я думаю, что у вас все должно получиться. Только еще маленький совет вам – это не лениться, тренироваться, делать как можно больше попыток изучить данный элемент, и все у вас получится. Ну вот, пожалуй, на этом и все. Благодарю всех за внимание. И напоследок... Всем пока! Покажем еще раз вам. Данное упражнение рекомендую повторять и повторять.